Более 1000 иностранцев посетило Сайрам-Угамский природный парк со дня его основания. Об этом сообщил директор общественного объединения «Угам» Алихан Абдешев. В этом году в связи с выставкой «Экспо-2017» ожидается увеличение потока туристов. Для них уже разработано 16 тур-маршрутов и имеется 8 гостевых домов. Больше 10 лет в Сайрам-Угамском национальном природном парке развивается экологический туризм. Регион доступен круглогодично, но сезонным традиционно считается период с апреля по ноябрь. Как правило, отдыхать приезжают на 2-3 дня. За это время любители природы посещают экскурсии и завершают конную прогулку по хребтам Каржантау. Коней директор парка арендует у коневодов и в окрестных хозяйствах, соблюдая надлежащие правила безопасности. Туристам надо так более подготовленную лошадь, объезженная, но не резвая сильно. Потому что многие там молодые девчонки проходят, приезжают, так сказать. Там поэтому мы нанимаем тех лошадей. У тех хозяина берем, которые у кого спокойно лошади. За качество услуг предприниматель ручается. Специалисты из иногородних турфирм и институтов и Казахстанской туристской ассоциации неоднократно приезжали в Угам для обучения местных сервису высокого качества. Сейчас в парке работает 10 гидов, а для желающих остаться на ночь имеется 8 домов. Стоимость входного билета в парк для иностранца – 445 тенге, на 15% больше, чем для местных туристов. Услуги так в зависимости от того, что хотят туристы. Ну, одни хотят, например, на лошадях покататься, другие хотят просто пешком пройтись, одни хотят в юрте проночевать, так, скажем так, а третьи в палатках, четвертые в гостевых домах наших аульных. Сам парк был основан в 2006 году. Здесь не менее 1600 видов флоры, из которых 240 занесены в Красную книгу Казахстана. Из животных обитают сурок Менсбира, беркут, тяньшанский бурый медведь, горные козлы, снежные барсы и архары. Сайра Монтаева, Бахадыр Тажибаев, ТВК.